Ребята, всем привет! Ко мне приехала сестра, она должна была приехать в выходные дни, но она заболела, я поэтому в маске. Она привезла для Дани подарочек. А сейчас состоится акт приема передачи, и она поедет, потому что я не буду долго с ней. Во-первых, Дима там работает из Дании, сидит. А во-вторых, ну, чтобы не контактировать с больным, она у нее обычно ОРВИ, она вызывала скорую. Вот, все, пошла. Ну вот, сестра приехала моя, принесла мой альбом детский. Я никому его не покажу. Вот самое главное. Да, это распакуем, покажем. Там Данек засыпает как раз. А это Валерия? Правильно, да. Это та девушка, которая занимается мозаикой. Я скидывала, да, контакты. Спасибо большое. Жалко, что ты болеешь, конечно, потому что подвела нас. Да. Вообще. Я теперь на больничном. Понятно. Но у меня ОРВИ, ничего страшного. Ребята, всем приветы. Хотел, не знаю даже, пожаловаться на своего работника, он который день уже забивает на работу, выбирая сон. Ну, не совсем сон, но какие-то интересные состояния предсонные. И не выходит на работу мой сотрудник уже который день. Мы пьем кофе, хотим зарядиться, взбодриться, потому что какой-то понедельник день тяжелый, не знаю, для меня, для тебя, наверное, тоже тяжелый. У Лучика он стандартный, всегда один и тот же, у него что понедельник, что вторник, что среда, это морда, все одинаково, скажи, Луч. Все, побежала, зовет. Ну все, я уже, кстати, быстро сбегала и приняла подарок, и все, так быстро состоялась наша встреча, к сожалению, но они сказали, что приедут еще, возможно, на... На огонек? На выходных, может, не знаю. Вряд ли, конечно, но, может быть, приедут на каких-нибудь выходных. Вот, Алинка у меня до среды на больничном официально. В общем, не обнимались даже, поэтому такая встреча, передача. Ей просто очень-очень хотелось передать посылку. Она ее ждала, заказала давно где-то, ну, недавно, там, по-моему, на полтора недели где-то шла до нее. И ей очень хотелось показать нам и передать ей. Но мы не будем пока распаковывать, пока Данюша не поспит. Будем распаковывать уже, когда он проснется, и все вместе распаковываем. Ничего не видели. Кстати, сестра моя тоже, Аленка, ничего не видела. Она проявила терпение, сказала, хочу, чтобы при Данюше распаковка произошла. Данюшек уснул тогда, когда мы обычно ходим на прогулку, да, Ань? Да, но он долго воевал. Мы думали, долго идти сейчас или нет, но дома он больше поспит. Ну и, наверное, надеюсь, что качественнее дома пораспит, потому что все-таки на улице мы постоянно начинаем бегать туда-сюда, искать место, где потише. Ну, пускай дома поспит. Если будет время до еще этого, как его, до того, как купаться, то можно выйти здесь рядом хотя бы с домом, подышать воздухом, пока нет дождя. А еще хотелось сказать, что госуслуги... Тупят второй день. Я не могу подать заявку на обмен прав по истечении срока годности. Или как там, срока вообще. Пишет, что услуга недоступна, обратитесь позже, обновите, потом черновик зависает. В общем, я не могу подать услугу, и ее через раз можно там зарегистрировать. В общем, какой-то бред, если честно. Есть сайт, но реализация... Вроде бы все сделано, да, классно, чтобы пользоваться этим. Ну, удобно было бы, реально, если бы я это сделал вчера, например. Ну, хорошо, выходные, они там обслуживают серверы, я могу предположить. Но сегодня также весь день это все не работает. И единственный вариант, который остается, это можно оставить имейл для того, чтобы тебя оповестили. Нет, есть еще варианты, это подать в МФЦ. Но МФЦ также будет отправлять в ГИБДД, это я прочитал на сайте, МФЦ может до 15 дней оказывать эту услугу. Ну там, естественно, наверняка они быстрее окажут, но через интернет всегда проще записаться, оплатить пошлину, приехать уже готовую, забрать вещь, просто сфотографироваться. В общем, не знаю, что случилось с госуслугами, ну как-то не клеится пока. Ну что, Анька, красный нос замерзла? Очень прохладно, но... Ну, мы сейчас пойдем уже домой,
дошли, кружок прогулялись, дошли до Wildberries забрать наш сифон наконец-то, а там километровая очередь на улице стоит. Нет, не будем сегодня забирать точно. Завтра, возможно, придет там еще жидкость для мытья посуды детской. Может быть, придет, и днем я схожу, если Даня будет спать. Очень непривычно, да, такая погода? Mm-hmm. Очень непривычно. Мы встали здесь на таком людном местечке, да. Мусор выкидывать идут люди, а мы тут стоим сейчас быстро в магазин. Что-то, наверное, очень быстро очень перекусить. 3 градуса, когда мы выходили, но уже, может быть, уже подморозило. Лучика уносит, и он бежит домой. Все, мы домой быстрее бегом. Данюшек, ты рад? Очень. Ты рад, малыш? Мы сейчас будем распаковывать твой подарочек. Сейчас я звук выключу, чтобы нам не мешал. Данюш, у тебя вот такая большая коробка тут. Ну что, папа, распаковывай тебе ножичек, а я беру Данюшу. Данюша, он сам может побродить. А, ну да, давай, пусть побродит, а я покажу процесс распаковки. Данечка, смотри, это тебе подарочек пришел. Тетя Алина тебе подарила штучку новую, прикольную. Лучик, это не тебе подарочек. Ну, когда-то, может, и ты поиграешься. Это когда она захочет. Так, сейчас будет барабанная дробь. Итак. Ого! Ничего себе! Ничего себе, какой прикольный! Убираем. Так, это убираем. Ну, это Данюша. Называется как? Бизиборд. Это называется бизиборд. И здесь все работает, все включается. Все, давайте мне его срочно. Это мне прислали подарок. Подарочек, Лучик, отойди, хвостик мешает твой. Ну что, мы его распакуем сейчас, бегло отбежим, да, посмотрим слегка, а обзор, супер классный обзорчик, сделаем немножечко позже. Давайте мне сюда эту прелесть. Данюшек, давай мы распакуем сейчас с мамой. И тебе. Да, из целлофана вытащим. Ребят, мы запишем отдельный обзор на эту прикольную вещицу. Это, да, сейчас очень популярная вещь и развивает моторику ребенка. Классный все-таки. Спасибо нашей тете Алине большое. Все расскажем, где заказывали, все покажем обязательно. И, как всегда, будет обзор. Данюшек. Ну, Данюшику. Давай беглый обзорчик. Ну, вот просто обведи камерой. Угу. Выглядит просто. Смотри. Это мне подарок. И Лучик тоже заинтересовался. Еще бы. Давай просто вот слегка поснимаем и вокруг. Обведи его. Обойди, что называется, камерой. Все детали не раскрываем. Все покажем более подробно уже в обзоре. Смотри, какой он классный. Данюш. Классный. Данюшке понравился, он заценил. Это самое главное. Это самое главное, ребят. Ну все, ждите обзор. Скоро будет обзор на нашем канале. Клево. Ну что, очень жаль, конечно, что не получилось у Алинки и моей сестры приехать и остаться на подольше. Ну да, мы вообще-то ждали выходные, поэтому еще в планы, поэтому отменились у нас. Да, мы ждали на Цезарь кого-то. Эх, ну ладно. Надеемся, что ты смотришь и приедете еще к нам в гости. Обязательно, да. Поздоровляй. Данюша нам сегодня задал опять жару. Надеемся, что это связано с скачком роста, и это скоро закончится, и вернется график обычный, потому что он засыпал 1.5 часа. Обычно на ночь он гораздо быстрее уходит в сон. И очень-очень я надеюсь, что сегодня он будет спать, потому что вчера мне 2 часа, сегодня, вернее, ночью 2 часа мне не хватило поспать, чтобы выспаться и чувствовать себя человеком. Да, да, ну, вот так.
он как-то через день получилось. Позавчера нормально, а позавчера... Ну, совсем график сбился, график сдвинулся. Два дня. Два раза он спит, засыпает с трудом, с криками, с ором. Видно, что уже хочет спать, но да, борется. И его приходится все время страховать. То есть, когда он бодрствует и не сидит в кресле, там смотрит мультики, то приходится с ним находиться, потому что он постоянно встает, постоянно, там, не знаю, шатается. Ну, да, там. Падает, в общем, да, это страшно, оставить его одного, приходится с ним сидеть, и я на самом деле хотела, недавно у меня была мысль снять видео про ребенка, ну, 7-месячного, уже 8-месячного, его режим, но получается, что видео будет отложено на непонятное время, потому что режима как такового сейчас у нас нету. Из-за вот этого скачка. Надеемся, что он восстановится в ближайшее время. Да, когда восстановится, уже тогда буду, наверное, снимать. Там, потому что многие просили в комментариях, что ест, что питается, как во время... Ну, сейчас все сбилось у нас очень-очень сильно. Будем ждать, когда восстановится. И тогда на самом деле очень много запланировано съемок, но времени катастрофически не хватает из-за этого сбитого режима. Но мы сейчас переждем, пройдем этот этап и наснимаем много прикольных роликов. Есть планы, что поснимать и как, но пока вот пока немножко со временем. Со временем вообще никак. То есть, ну, вообще. Ну все, ладно. Все, теперь только о позитивном. Мы уходим это в сон. Это позитивно, ребенок растет, развивается. Ну, про режим же рассказывали, который у нас тоже сбивает нас вообще с толку. Ну, ничего страшного. Да, будем прощаться, чтобы успеть сегодня поспать хоть немножко. Лечь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии. С вами были Аня и Дима Сугробов. Всем позитива. Не забудьте посмотреть следующий видосик, который выйдет когда? В 7 часов утра по Москве. Все, пока-пока. Пока-пока.